Открытый телеканал представляет. Вопрос такой: какое новое свойство, какая новая добавка должна проявиться в каждом израильтянине? Все-таки мы проходим такие состояния, новые совершенно. Вот что еще должно добавиться к израильтянину? У израильтян должно добавиться осознание своей миссии в истории человечества. Вы считаете, что этого нет сейчас? Да? Нет. И что сейчас именно для того, чтобы утвердить эти тезисы, да, мы должны объединиться и обязательно выиграть эту войну. В чем наша исключительность, если можно еще раз? Наша исключительность в том, что мы показываем человечеству правильный путь вперед. Что если мы не укажем этого, то человечество, оно просто погибнет. В междоусобицах, в войнах, во всем, в чем угодно. А сейчас давит природа именно на нас, чтобы мы проявили себя как готовые к миру, к дружбе, к взаимному пониманию, чтобы мы отказались от многих своих, в том числе, совершенно ненужных целей, а существовали бы только ради любви к ближнему.